Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 655. Нам нужно найти значение выражения. И первое выражение – 25 в квадрате. Это значит 25 нужно умножить на 25. Давайте умножим 25 на 25. 5 на 25, умножаем 5 на 5, 25, 5 пишем, 2 в уме, 5 на 2, 10, и 2 в уме, 12, 2 на 25, умножаем, это будет 50, складываем, 5, 2, 6, 625, 100 в квадрате, это 100 умножить на 100, а 100 умножить на 100, это будет 10 тысяч. 10 в третьей степени, это 10 умножить на 10 умножить на 10, или 1000. 11 в третьей степени. Это 11 умножить на 11 умножить на 11. 11 умножить на 11, это будет 121, и еще 121 нужно умножить на 11. 1 на 121, 121, еще 121. Единичка, тройка, тройка, единичка. 1331. 12 в третьей степени, это 12 умножить на 12, умножить на 12. 12 на 12, 144, и 144 нужно умножить на 12. 4 на 2, 8, 4 на 2, 8, 2 на 1, 2. 1 на 144 будет 144. Складываем. Восьмерка. Ой, 144 неправильно написал. Двинулось слишком много. Простите, пожалуйста. Так, 144. Восьмерка, 8 и 4, 12. 2 пишем 1 в уме. 2 и 4, 6, 1 в уме, 7 и 1. 1728. И последний пример, это 15 в третьей степени. Это 15 умножить на 15 умножить на 15. Ну, давайте распишем, чтобы понятнее было. 15 на 15 это 225, и 225 еще на 15 умножаем. 5 на 5 25. 5 пишем, 2 в уме, 5 на 2, 10, и 2 в уме, 12, 2 пишем, 1 в уме, 2 на 5, 10, 1 в уме, 11, 1 на 225, 225. Складываем. 5 сносим, 2 и 5, 7, 1 и 2, 3, 1 и 2, 3, 3370. И выполнили задание 655. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.